Настолько сегодня у нас все четко видно, что даже вон тот город вдалеке, там чуть-чуть просвечивается линия моря, что очень редко, потому что обычно там облака. Good morning, Женуля. Доброе утро. Всем доброе утро, еще один день влогов. Сегодня у меня занятое утро было, я уже довольно-таки давно проснулась, просто занималась делами, извиняюсь за мои волосы. Это утро, ничего с собой не делала, выгляжу так, как только что проснулась. Поэтому, да, занималась делами, у нас настолько еще холодно в Испании, то, что у меня руки просто как будто синего цвета, и я настолько замерзла, то, что мне пришлось даже одеть уги, ботинки, чтобы по дому ходить, потому что у меня конечности просто окоченели. Хочу себе сделать суп и маме из спаржи, потому что мне очень холодно, я хочу. Угу. Потому что мне безумно холодно, я хочу согреться. Окей. Во-первых, почему не выходят влоги? Очень многие мне задают эти вопросы в комментариях. Очень многие спрашивают меня, задают вопросы в инстаграм-директе, в комментариях. Что случилось, почему влоги не выходят? Потому что мне не очень нравится то, что на последнем моем влоге очень маленькое количество просмотров. Это во-первых. А во-вторых, у меня сейчас очень много дел, и я просто физически не успеваю редактировать. Я снимаю влоги, но я не успеваю их редактировать и загружать на канал. Поэтому я немножко это отложила сейчас. Просто слишком много всего происходит в жизни, и нужно уметь распределяться временем, а я не очень хорошо это делаю. Поэтому я решила пока что отложить влоги. Это первая вещь, которую я вам хотела сказать. А вторая вещь, я смотрю свой телефон, потому что я выписала, что я хочу обсудить. Это, наверное, вот этот влог будет и последним влогом. Я знаю то, что я говорила, то, что у меня будет 22 влога, но я снимала каждый день в Испании без исключений, кроме одного дня, потому что у меня тот день получился неинтересный, я это уже рассказывала, и я вместо этого дня загрузила видео про мое утро. Так что я не знаю, сколько у меня в целом получилось влогов, потому что я еще их не считала и не редактировала. У меня есть отрезки видео с каждого дня, которые я снимала на моей сим-карте, которая в фотоаппарате, поэтому я когда буду редактировать, уже в процессе я узнаю, сколько у меня влогов в целом получилось. Но у меня такое ощущение, то, что их меньше, чем 22. Этот влог будет последний, потому что сегодня у меня день сборов, и сегодня же ночью мы выезжаем в 2 часа ночи в Барселону, в аэропорт, чтобы оттуда я улетела в Сингапур, мои каникулы закончились, блин, как быстро пролетело время. Извиняюсь, если я обнадежила кого-то, сказала то, что будет 22 влога, а их в целом получилось меньше. Так что да, я надеюсь, вам понравилось вот этот челлендж моих влогов на время каникул в Испании, потому что для меня это было сложно, это для меня реально был челлендж, но мне это понравилось, не знаю, сделала ли я еще такое в будущем, но это было круто, потому что мне это нравится, это мое хобби, и я получала от этого огромное удовольствие, но также это было очень-очень много нагрузки и очень много работы. Ну а сейчас хватит разговоров, я собираюсь сделать себе суп из спаржи для меня и для моей мамы, так что давайте уже я сделаю его. Я должна высыпать все, потому что в инструкции написано то, что вот эта упаковка на 1 литр воды. Давай! Да, уже стемнело, день практически прошел. Я снимала кучу видео для того, чтобы редактировать и загружать их, когда я буду в Сингапуре. Я убиралась в своей комнате, делала какие-то вещи перед моим отъездом, поэтому я просто вымоталась сегодня. Сегодня очень-очень занятый у меня день вышел. А все, знаете почему? Потому что я откладываю все. Я думала, что у меня камера наполовину закрыта. Потому что я откладываю все на последний момент. Это одно из очень плохих качеств, которое нужно менять в себе. Ну а сейчас я закончила снимать 4-3 видео. На полпути моего собирания чемодана убралась в комнате. И знаете что? Вот как мы общаемся с моей мамой. Она находится в соседней комнате, и она отправляет мне
голосовую аудиозапись WhatsApp. Кристина, запусти Шану, пожалуйста, с террасы. Шана — это моя кошка. Она постоянно то ей захочется выйти, то войти. Так что я сейчас это и сделаю. Шана! Окей, ее нету. Как красиво. Там красивее. Слушай, мои влоги состоят из погоды. Да. Я все время говорю про погоду и снимаю наш вид. Это все жратва. Чемодан жратвы в Сингапур из Испании. Hasta luego, Spain. Увидимся через месяц. Мам, ты в отражении отражаешься. Ну давай, все. Присесть на дорожку. Хоп. А, ты кроссовки можешь в шлюпках идти, а кроссовки в машину бросить. Хорошо. Все, встали. Все, выходи на ключ от машины. Я проверяю все. Летела как принцесса, вся разодетая сюда, в Испанию. А улетаю как бомжара. В рваных кроссовках. И штаниках Adidas. Shit. Чё, погнали в Барсу? Ты все забрала? Да. Все, ребят, вот и подошел к концу мой отдых, мои каникулы. Это последний влог. Я надеюсь, то, что вам понравились влоги. И то, что я снимала их каждый день, хоть и загружала не всегда в срок, но я очень старалась и потратила на это действительно много сил и времени. Чемодан собран, уже в машине, я стою с подушкой, собранной сумкой. И сейчас поедем в аэропорт в Барселону, и оттуда я полечу в Сингапур на учебу. Так что да, я не заметила, как пролетела. Иду, иду! Я не заметила, как быстро пролетели мои каникулы. Еще раз повторюсь, то, что это последний влог из всех. И я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что смотрели меня. Спасибо, что были со мной. И увидимся в следующем видео. Пока. Suddenly love so everything to you. And we'll shine again to you. Yeah.